Первые в жизни погоны получили ученики кадетского класса 60-й школы Ярославля. Городская казачья организация будет курировать кадетский класс. Школа небольшая, поэтому, говорят педагоги, класс получился смешанным. Воинские дисциплины и казачьи ритуалы кадеты будут проходить под руководством наставников-казаков. Дети записались в этот отряд исключительно по желанию. Был заключен в прошлом году договор с казачьим войском, городским казачьим войском. Скреплено все печатью, что мы заключаем договор о сотрудничестве. Мы разбираем оружие. Нам рассказывают много интересных сведений о кадетах, о том, как они появились, о казаках. Мы за буквально полторы четверти узнали очень много интересной информации, которую подчеркнули вот от нашего преподавателя Михаила Германовича. Кадеты в будущем смогут по льготным квотам поступить в университет технологии и управления имени Разумовского, который называют первым казачьим институтом. Да и служить, пойдя в армию, кадеты смогут в элитной Кантемировской дивизии. Нынешние казаки видят в кадетах свой кадровый резерв. У нас уже соглашения о сотрудничестве заключены с 40-й школой, с 44-й и вот со школой номер 60. Совместно с кадетами мы проводим мероприятия по спортивной подготовке, проводим общественно значимые мероприятия, в том числе реализуем муниципальные субсидии для проведения, в частности, спортивных соревнований среди учащихся кадетских классов.